18. Ты кто вообще? Назови себе животное. Я джедай, рыцарь Анжелика. Полное имя можно? Анжелика Варум. Окей, ладно. Я хочу в разведывательный корпус. Один тест нужен, блядь. Это вот такой и вот такой. И какой второй? А вы так волнуетесь, потому что перед вами стоит сексапильная девушка, да? Да, как только я услышал ваш голос, он тут же проласкал мои небо. Мне сказали это оружие доставить. В таком случае передайте это оружие. Я сейчас его сама передам. Мне сказал лично джедай Twilight Sparkle. Нет такого джедая. Хорошо, что ты принцесса Винкс. Принцесса Винкс. Это джедай состоит в одном совете с джедаем Rainbow Dash. Какой совет? Есть всего 4 совета. Это совет дружбы и магии. Только вместе мы сильные. Ты что, теперь с нами? Да, я с вами, не просто с вами. Мама, зачем? С вами будем, получается, разведывать, да? Сука, кто ему? Сука, кто? Прием, говорит, снежинка один, расшите взлет. Анжелика, если ты... Твой брат близнец. Анжелика, если ты нормально взлетишь уже. Сука, закройся, ты дай сказать пару слов. Анжелика, если ты завезешь нормально, твоя пилотка будет мокрой, обещаю. Да ты, блядь, альфа-самец уже 10 раз проебал, сука, мани. Сейчас я сделаю, чтобы было видно. Тихо-тихо-тихо, успокоились. Мы сейчас рискуем жизнью, кстати, когда находимся в этом здании. Похую, кто не рискует, тот не нюхает шампанское. Нам нужно, блядь, почему все боярщика ебанули и мозг поебали. Кто сказал? Чё за петуша рассказал, кого попустить? Понял. Сука. А вы что, дрой? Ты задолбал фаул. Какой фаул? Если честно, я как раз и хочу быть творится. Этой фаул. Я хочу узнать, что за фаул. Потому что мне многие говорили, что он очень сексуальный. Я хочу его хоть раз увидеть. Понятно, сексуальное домогательство. Домогательство это достаточно дефектно справедливо. Да, именно, отведите меня в дурку. Не считать меня больным человеком. А вы не больной, верно? Я именно больной. Посмотрите, это честное признание, мне должны меньше вопросов задать. Честное здесь признание. Мне нужно в дурку. Ты уже в дурке, алло, успокойся. А, правда? Спасибо. Добро пожаловать домой. Ты тут вообще ни хрена никому не нужен. А, правда? Ой, горно, блядь. Я не горно, я Джордж, 5 сезон. Да горно. Ты будешь им заниматься? Будет, будет. Ты забираешь или все? Да, что? Он обязательно разрешит. Нет! Не разносите воздух. Почему нападаете? Он в армии вас. Первый раз. Я говорю, добавь меня в стиме и скажи мне серые модные, что качать. А что качать? Я хочу тоже скачать. Неужели вы качаете? Next RP? Да. Я с вами. Реклама. Ты не знаешь, где лето? Посмотри на World of Warships. Здесь все кипит, раскаляется и просто горит. Да тут как на курорте. Солнце, море, воздух. Тир. Пинг-понг. Любишь кататься на банане? Это мелко. Катайся на линкорах. Любишь гонять с ветерком? Бери эсминец, врубай форсаж и твори, что хочешь. Все, что хочешь. World of Warships. Топи, зажигай, отдыхай. Конец рекламы. Привет, мальчики. Нужна помощь. Этот кадет хотел потрогать мою пездочку. А мне нравятся голубые пездочки. Просьба к вам, верните меня на тренировку, с которой вы меня только что отправили отдыхать медвуд. Этот боец посягался на мою пёздочку. Это у мальчика вот писи есть, а у девочек пёздочек. Нет, он садит, не может. Лицо прилетело от плевоку с фиолетового меча. Почему это произошло? Он хочет увидеть мою бушующую матку. Сука. Я говорю, мне чё нужно ответить? Вы используете так любую мужскую силу, это так возбуждает. Мы девочки всегда так разговариваем, да, Ленива? Нет. Такой грубый, мне это нравится. Хотите? Да не хочу я ничего. Знаете, я на вас смотрю, вы такой красивый мужчина. Какой у меня голубь? Видите этот ходячий секс по телефону. Знаете, вы такие стоите здесь сексуальные мальчики. Блядь, интересно, подождите. Космос, блядь. Он охренел, блядь. Оглушайте его. Ты что делаешь? Меня стреляют клоны. Я джедай, и я никогда первая не нападу. Ну да. Вы хоть раз видели, чтобы я первая напала? Они кричали, убейте ее. Это может, потому что они первые напали на меня. Видите, это была преступная группировка, которая меня обвинила в том, что я стреляю по лату ракеты. Да. ОПК железного рукава в курсе протокола. Что вы скажете на это? Скажу, что вы гуль. Я являюсь гулем, я умерла в ноль лет. Пацаны, дайте хлеба, гуля-гуля. Если он мёртв, то он. Я она, я девочка, у меня пизда. Пацаны, не отстал, не реально. Сука, у неё хуй. А, тогда же лучше. Блядь, что у меня? Отлежал я себя, походу.
Придется нам, конечно, терпеть, что с нами джедай. А что я? Ну, вы в планы не входили. Знаешь, Лео Галанда, чё, Джо Барбара из «Мафии 2»? Я ничего не командовал, тебя не могу. Столько я ехал на команду. Так, где тренировка проходит? Это какой это не мой профиль. Какой твой профиль? Пиздеть и выебываться? Что-то смешное. Нет, не пойдем. Ты у меня индивидуальную задачу получаешь. Ты должен следить за работой данного вентиля. Если отвернешься, он может испортиться. Выкладывать сержант 1735 хатап, что делает Вуки на базе? Чё за хуйня, блядь? Сам-то хуйня, я Вуки, я гордый народ. Понятно, долбоёб опять. Это кто? Вуки, гордый народ. Это ты? Меня зовут Леонид, можно коротко Лёня. У меня ещё есть фамилия, но она вам неизвестна, Воронин. А когда я побреюсь, я некрасивый. Я когда бритый, я выгляжу вот так. Пиздец, нахуй. Обрастай заново. Вуки, пройдёмте за мной. Нет, он меня догоняет. Нет, он тебя не догоняет. Он тебя догоняет, смотри. Нет, он меня не догонит. Вуки, у меня есть к вам парочку вопросов. Парни, вы куда? По-моему, у него раздвоение личности, если не расстроение. Судя по всему. Да, вы куда без меня? Мы тебя подождать хотели. Идем, братва. Так, блядь, ты если нападешь на меня, будешь дело иметь со всеми моими пацанами, ты понял меня? Я выдвигаюсь обратно. А куда вы выдвигаетесь? Давайте я вам готов помочь. Надо вернись в цирк обратно, пожалуйста. Пилот, ты тут? Я тоже пилот. Ничего, Вуки угоняешь. Нет, я не угоняю, я говорю, я пилот. Секунду, командир операции. Да я могу донести вас, я Вуки. Я понимаю, ты можешь нас донести, но у тебя лапы, блядь, пруль поцарапал, так что не надо. Я милая собачка, кормите меня лучше. Зоопарк, да? Так, руки не суем. Подожди, Вуки, я ж тебе дал еды, почему ты не бьешь? Не знаешь, золотое правило, видишь клетку с медведем, лезь, дебил, сука, ебаный. Не открыл, я. Что здесь цирк неподалеку открыли, вот она сбежала. Ты тебя обратись. Ты на норме говоришь? Сейчас на норме. Говори громче, быстрее. Его снюс под губой, он всегда на норме. Я знаю, я видел. Я ни о чем жалею, это определенно того стоило. Он хотел пройти, я его оглушил. Это наш сын будет, она наш сын. Разойдите, что тут происходит? Сына, иди воспитывай. Я хочу на базу РС. Воспитай его. Я сам справлюсь. Я решу у него, я передумала. Я делаю аборт. Поздновато как-то. Это как, я не помню, по-моему, у поляков есть поговорка о том, что его надо это засунуть обратно к матери вагину и вытрахать на что-нибудь нормальное. Мы еще должны Нет, мы так не делаем. Мы челябинцы уже так не делаем. Может, вы успеши делать? Мы вас не звали, идите отсюда. Я гордый народ. Я гордый народ. Я хохол, я гордый народ. Я охраняю своих братцов самых древних времен. Каких времен? Мне уже 1000 лет. Ему 1000 рублей, и он сделает все, что вы хотите. Ну, выйдем на палку или засал. Нет, я не буду выходить. Ты очкуешь. Тобой овладевает страх, да? Это не поджидайся. Ты на очке сидишь, не поджидайся. А это чё? Здравствуйте. Мы ищем парикмахерскую, где ближайшая. Так, слышите, кто вам разрешал сюда заходить? Мама, я к маме на работу. Гвардия на ДВ. Вы против Вуки? Собрались здесь белые привилегированные народ гнетатели. Слышите, белые цисгендерные мужчины. Я типичная феминистка. А чё? Я просто не побрил подмышки 2 дня. Смотри, это реально, это мужское государство. Прекрасный идеал, к которому я стремлюсь. Мы Вуки, мы гордый народ. Мы пришли помогать вам, клоны против ГНС. А вы, у вас спонсор Динку, да? Потому мне Маквин изначально хотел. Нам помощь нужна такая. Блять, так вы в курсе, кто ты сейчас? Чего вы говорите? Из Звездных войн, в курсе, кто ты? Кто я? Да? Я цыган. Не, ну реально, ты знаешь, что это как она? Да. А может, ты наоборот делаешь? Вот там где минус 40, наоборот, плюс 50 сделаешь? Ты что? По-моему, херня полна. По-моему, нормально. Привет. О, заебись. Все, ты реально тебя чмо, идет. Спасибо. Да, стой, ты можешь медицину провести? Да, нет, не умею. Я могу переехать всех где-то, смотрите. Нет, стой. А, то... Антимедик! Да, ты спалился, что ты классный. Я как этот робот Фёдор, я... Куда ты сидел? Это мне друга. Всё, пока. Стоп, сержант. Пошёл. Ой, бля. Быдло, получи, это заслуга. Так, здоровье, блядь. Че, блядь, на работу, нахуй, идем устраиваться. Я тут знаю, блядь, одно местечко, нахуй, на лохов работает. Че, блядь, на русских, что ли?
Не, блядь, да я так же с места в карьер сразу, как смешно. Что за карьер? Мы же угольная карьера Донбасса пока заберем. Здорово, пацанва, короче, хотим работать на вас. Зачем вы мне подводите? Ну, зато я подводить не буду. Ну, это не шпиво, это пиздец. Нам нужно пиздец, он здесь так меня интересует. Зарплату можно выдавать. Стой, стой. Сука. Старый старпёр. Привожу, блядь, иди нахуй отсюда. Ты вообще, блядь, женский мандорский шлем одел, блядь. Хуяли он женский, блядь, ты охуел, я тебя сейчас на зубчики посажу, блядь, посмотрим, кто здесь женский. Это у меня секс, блядь. Смотрите, короче, заключаются контракты с наемниками. Очень муторно. С вами я даже париться не буду. С нами париться нужно, давайте. А чё, нормально у нас баня, пошли. Ну ладно, парень, давайте. С вами нужно париться, ну все, тогда давайте. Я могу, кстати, с вареником попарился. Лапать их не буду. Ну почему? Что нам нужно сделать, чтобы она нас полапала? Докажите меня, я в газету стрелял из штрафбата. Чтобы удинимся, и вы меня накажете? Мы хотим по всей строгости, что нужно делать, чтобы сдать нам наемника вашего. Хочу, чтобы меня жестко отшлёпать. Ладно, я сейчас включу свой настоящий голос. Ладно, всем привет, сейчас, да, я нормальным голосом сейчас говорю. Это Серега, ему 44 года, он только из завода пришел. Я героиновый наркоман. Осуждаю! Вам нужно пройти быстрый курс обучения языку. Нет, я знаю, язык. Салам алейкум, алейкум ассалам, блядь. Салат молекул. Нихуя себе, блядь, осуждаю. Все друзей, блядь, из Чечни. Все, ожидаем их получать. С ними тоже контракт заключил? С ними? Ну, ты с ними много контрактов заключишь, тебе такие не понравятся. У нас, по-моему, нападение на базу. Нападение на базу, быстро ложите мне в карман деньги, и я пойду вас защищать. Давай, здесь трусы, в трусы. Мне трусы, просто это не карман, это не карман. Медик пришел, идем, нам операцию будут делать. Эй, киска, залази, я на Гелендвагене. Пойдем поговорим. А мы тут работаем, мы тут говорим. У меня высшая сила тоже есть, пойдем поговорим. У меня высшая сила 30 сантиметров. Блин, заебали. А, может у вас заебали? Так, ебать, наемник, вы знаешь, что с такими делаем? Эй, слышь, блин. Давай попиздим просто. Я мандалорец. Я тот же мандалорец. Слышь, бля, я тебя сейчас палкой наебашу. Слышь, бля, убедите. На, блядь, его гвардейцы, я спиздил. Лё, блядь, на. Вам нужна работа? Да, нужна. Капец. Давай. Разговариваем, когда увидим деньги. Хорошо, смотри. 500? Я за 500 кредитов. Я все, я тебя выслушал, это стоило как раз 500 кредитов. Да, жопа, я эти 500 кредитов утираю. Ну, Ём, я вижу, так что ты, уважаемый перец, нас не спалили, так сказать. Деловая колбаса, проще говоря. А еще, проще говоря, просто болгарский перец реальный. Он с Болгарии просто. Есть кетчуп такой, майонез. Знаешь, еще есть кофе 3 в 1, вот ты тоже как кофе 3 в 1. Вот ты, стой. Сейчас, сейчас. Блять, долбоеба нахуй. Идем лутаться, пацаны, халявно лутаться. Да, вы что, конченые? Расстреляй, это один из ваших кинул гранату, а не мы. Потому что ваш товарищ начал лутать бойца, который был живой еще в этот момент. Нихуя, ты халявно лутаешь, на них никак нельзя повлиять. Почему нельзя? Повлиять можно на все, это просто ходить, надо на улицу, не бояться, что вас дубинкой... А, понял. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока.